прошли большую часть улицы. Летает много самолетов у нас здесь. Тоже хозяин. Все же строит домик. Здравствуйте. Узбеки всегда здороваются. В Абадике, когда жил, у меня много узбеков было. Знакомых. Всегда вот так вот здороваются. День. Добрый. А я вот смотрю, вы на видео снимаете. Да. Что случилось? Нет, ничего. Вот так вот сейчас пообщался с парнем. Рассказал историю. Ну, то, что здесь дома воровывают, я знаю. Нам уже это все рассказали. А то, что кого-то расстреляли ночью машину, это прям как бы нонсенс такой. Какую-то шестую модель Жигули на перекрестке на повороте 11 километров с Калашникова расстреляли. И вот он подъехал, меня остановил, спросил, говорит, ну что-нибудь случилось, то что вы снимаете. Вот еще дом на продажу стоит. Ну, я снимаю не для криминальных новостей. Снимаю для себя, чтобы на своем канале это все потом показать. Ну вот мы закончили обзор по улице Абрикосовая. Сейчас перейдем на улицу, по-моему, последняя эта улица в данном товариществе. Это улица Зеленая она называется. Как-то вот часто бегал я в магазин по лету. Ну вот мы опять вышли на улицу центральную, которая идет с остановки центральная, 11 километр. И вот это, да, это улица Зеленая. Туда вот дальше, если прямо смотреть, там есть магазин стройматериалов. И то есть летом, когда делали ремонт в доме, частенько бегал за стройматериалами туда и постоянно красовалось название улицы. Улица последняя, там было написано Зеленая. И вот я запомнил эту улицу. Вот это тоже 11 километр, но это уже другое садовое товарищество. Я даже не знаю, как оно называется. А мы сейчас пройдем по данной улице и закончим обзор садового товарищества «Мечта».
все хозяева. Везде собаки. Вот такой дом. О, какой хозяин. О, хозяин какой. Вот дом тут такой себе построил. Смотрю, не жилой и не продается, нету ничего. Может, что-нибудь достроили. Идешь по улице и поднимаешь кипиш. То, что все гавкают. Вот смелый один попался. Близко подошел. Ну, эта улица прям вообще какая-то такая заснеженная. И довольно-таки еще шире, чем предыдущая улица. Или мне так кажется, или оно так есть. Но какой большой дом тоже стоит. Тоже строится. Видно, что внутри сделано чисто под чистовую отделку. Что можно уже клеить обои, вставлять дверь. Но никто не живет в этом доме. Такой вот участок. Солнышко светит. Птички поют. Вот, зрители, вы еще раз посмотрели, или вы опять посмотрели наш канал, мои видеоролики, увидели, как это все выглядит. Вот продажа. Видите, вот на улице зеленая, тоже один дом есть на продаже, как и на всех улицах, как я говорил. Минимум, но один дом на продаже есть. Тут стройка. Какой дом? Тут тоже вот строится. Ой. Ходим, смотрим, снимаем. Кому интересно, могут смотреть. Кому не интересно, не смотрите. Мы уже подходим к концу улицы. На этом и завершаем обзор садового товарищества «Мечта». Здесь такие противные вот эти собаки. Как-то шел, они пытались со мной подружиться. В том плане, что нападают сзади. В нагляк причем. Тихоньку подходит. Пытается укусить за пятку. Но сейчас не повезло. Видать, мы с ними в тот раз подружились.
Ну вот мы и закончили обзор садового товарищества. Мечта. 10-11 километр. Сейчас мы выходим на центральную дорогу 10 километра, которая идет в поселок Южный. Как-нибудь я сделаю обзор по поселку Южному. Кому интересно, посмотрит, чтобы было какое-то представление. Ну, а на данный момент мы заканчиваем. Я заканчиваю снимать. Смотрите канал «Ходи и смотри». Вот ворота. Машина там дальше поворачивает, это она поворачивает в поселок Южный. Это, можно сказать, как я уже говорил, центральная дорога 10 километра. То есть с 10 километра Ростовского шоссе по этой дороге можно заехать в поселок Южный. Но здесь стоят ворота. Надо покупать какую-то карточку, чтобы эти ворота открывались. Ну все, дорогие зрители. Я вам показал два садовых товарищества. Это «Мечта». До этого был обзор садового товарищества «Янтарь». Оба садовых товарищества расположены на 10 километре. Можно выходить на остановке 10 километр, 11 километр Ростовского шоссе. Так что смотрите сами.